Всем привет! Продолжаем изучать программу Sculptris Альфа 6. Сегодня я покажу, что такое заготовки, для чего они нужны и как с ними работать. Поехали! Открываем папку «Заготовки для лепки». Вот все заготовки у нас, подставки, площадки, тело под голову. Вот такая заготовка. Нужна, чтобы лепить бюсты. Подготавливается. Можно сделать самому. Все вот эти заготовки я сам и делал. Можно скачать. Вот уже такая заготовочка с пиджаком, с бабочкой. Очень время уменьшает работы намного, прям на порядок. Заготавливайте. Очень хорошая штука в работе. Вот такая у меня заготовка есть. Тело. Можно здесь обрезать, уменьшить или добавлять руки. Ну, многофункциональный, словом. Вот эта заготовка под бюст. Начальная стадия. Бывает, с нее начинаю работать. Но в основном с других моделей уже боковая у меня форма есть. Вот такая под бюст у меня есть. Заготовка бюста профиль. Эта форма у меня скачанная. Такая заготовка есть, тоже скачанная. Качество у нее, конечно, плоховатое, но все можно подправить, сделать, это не проблема. Вот такая шляпа у меня есть. Индианы Джонс. Скачал. Есть изломы, не поправляется никак. Начала рвать ее в скульптрисе. Ну ничего. И с этого тоже можно что-то сделать. Вот такая у меня заготовка. Под бюст. Выравнивается. Наношу нос.
скулы. Прохожу чуть по анатомии. Вытягиваю нос, корректирую подбородок. Заполняю глазницы. Наношу вот так вот глаз. И с этой формы начинаю потом работать. Ёб твою мать. Вот такая заготовка женщины есть. Вот такая у меня заготовочка, самая любимая. Все здесь нанесено, подготовлено. С ней работать очень легко. Заготовка бюст профиль. Это у меня скачанная. Я уже показывал, наверное, ее. Итак. Вот такая заготовка еще есть. Заготовка из города грехов. Вот так вот выглядит. Вот так выглядит площадка. Вот так на нее можно наносить фактуру. Вот она уже под камень у нас.
Такая есть у меня кепка. Это скачанная, чтобы не лепить ее в скульптрисе. Она так и не получится. Не любит скульптрис вот этих тонких вытяжек. Время еще записи у нас есть. Покажу вам. Вот такая корона есть. Тоже скачанная. Можно одеть на голову бюсту. Уже не лепить. Доработать кое-что. Сделать четкую. Площадки, короны, заготовок очень много. Это я уже показывал. Это тоже показывал. В следующей программе покажу, как с этой моделью можно работать, что с ней можно сделать хорошего. Все, до свидания. Делайте заготовки, вам будет проще потом работать и быстрее.